Темпы информационной и заявочной кампании по социальной газификации домовладений, ход строительства объектов по программе комплексного развития села, завершение работ по возведению умной площадки на пришконной территории в ауле Бличипсин, борьба с сорной растительностью – эти и многие другие вопросы были рассмотрены на очередном планерном совещании в зале заседаний районной администрации. Участниками совещания были выявлены проблемные стороны по каждому вопросу, определены способы и сроки их решения. Отдельной темой повестки дня стало участие района в фестивале адыгейского сыра, который состоится 27-28 августа на Даховской поляне в Майкопском районе. Гостей ожидает обширная двухдневная программа мероприятия, включающая в себя театрализованные представления, мастер-классы, кулинарное шоу и различные конкурсы. Как было отмечено в ходе совещания, с начала проведения фестиваля в 2010 году мы на высоком организационном уровне представляем подворье нашего района, и нынешний год не должен стать исключением.